В город Шиша выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. 7 сентября семьи выехали в родные края из Городахского района Баку. На данном этапе в Шишу отправились 27 семей или 91 человек. Мы возвращаемся на свою родную землю, которую были вынуждены покинуть. Мне было 6 лет, когда моя семья уходила из родного города. А теперь мне 40. Я возвращаюсь туда со своими детьми. Я благодарен семьям шахидов и желаю крепкого здоровья нашим ветеранам. Огромное спасибо главнокомандующему нашей страны Ильхаму Алиеву, который подарил нам такое счастье. Я горжусь, что я азербайджанец. Я горжусь, что я из города Шуша. Я буду работать в средней школе номер 1 города Шуша, учительницей географии. Я очень рада, что мы ступим на землю родного города, родного Карабаха. Мы продолжим свою деятельность там, будем преподавать нашим ученикам. Но с другой стороны, нам грустно, потому что в Карабахе погибли наши шахиды. У нас есть наши ветераны. Да упокоятся наши шахиды с миром. Мы чтим их с уважением. Мы им обязаны. Благодарю нашего верховного главнокомандующего. Его железный кулак позволил нам вернуть наши земли спустя 32 года. Мы действительно очень рады. У нас смешанные чувства. Мы очень взволнованы. Отметим, что в Шише с учетом выехавших сегодня лиц обеспечено постоянное проживание 204 семей или 763 человек.